тебя добрый день. Добрый день. Сегодня мы, как и обещали, мы будем снимать экскурсию. Вот нас пригласили в какой-то отель дорогой посмотреть. Они, видимо, хотят рекламу сделать. В общем, по приезду в аэропорт какая-то компания нас перехватила, пообещала, что довезет до Кондо бесплатно на такси. И взамен этого надо будет посетить через 3 дня какую-то гостиницу дорогую. Они сделают обзор этой гостиницы. Вроде как все бесплатно, еще и сделают скидку на экскурсии на острова Джеймса Бонда. В общем, сейчас поснимаем этот момент. Сколько чего, ну, развод это не развод. Будут они просить какие-то дополнительные деньги с этого или нет? В общем, посмотрим все. Hello? Ma'am. Yes? Таксист, мальчик это или девочка, непонятно, кстати. К нашему Кондо приехало такое такси, и оно увезет нас сейчас именно на эту экскурсию. Как вы помните из прошлого видео, по приезду нас перехватила какая-то компания. Мы искали такси до наших апартаментов. В общем, ребята, не успели мы деньги снять, и там нас перехватили. Сказали, вам нужно трансфер до гостиницы. Мы сказали, да. И они предложили бесплатно доехать до гостиницы. Они предложили оплатить нам такси. И взамен мы должны будем через 3 дня посетить элитный отель в течение 90 минут. Там будет экскурсия, все будет показывать. Он говорит, это не обязательно, что вы будете проживать там. Захотите, будете жить, захотите, не будете. И в качестве подарка они еще предлагают 2 билета на экскурсию на острова Джеймса Бонда. Ладно, проверим это. В принципе, халявой так попахивает конкретно. То есть он оплатил такси 650 бат до наших апартаментов. А дальше мы посмотрим, что будет. Едем бесплатно, ребята, прикиньте. А еще, ребята, вот что интересно. Вечером в этот же день мне позвонил парень русский на WhatsApp и говорит, я увидел просто вашу фамилию, русскую, и телефон, да? И номер телефона, и решил вам просто набрать, узнать, развод это какой-то или нет. Я говорю, мы честно сами не знаем. Ребят, в общем, мы приехали уже, здесь такая деревушечка, и на этой территории находятся вот такие дома. Нам уже выделили гида, в общем, мы уже зашли. Сейчас будем обзорить жилье. Здесь уже стоит мебель, техника стоит различная. Шоурум. Ну, симпатяво. Здесь сразу же кондиционер работает. Прохладненько. Хочется здесь быть. Находиться все такое крупное. 2 стиралки, как вам? Может быть, это сушилка даже. Девчонки носятся. Ну, все специально, чтобы здесь остаться. Телевизор на релаксе на каком-то запущен. Есть собственный бассейн. Конечно, иди. Кокосы. Фички поют. Мне кажется, их тоже заставили здесь петь. Душ, не крути. Что-то пахнет так приятно. Ну-ка, включи. Включи. Не работает. А, нет, работает. Дальше идем, ребята. Здесь, смотрите, такие 2 лежачка. Дальше. Здесь, скорее всего, спальня и душевая. Унитаз. 2 кровати. Прикольные такие окна прям. Сразу же с видом на это, на улицу. Везде кондиционеры прям работают. Здесь тоже телевизор. Симпатяво. Мне нравится. Со вкусом так все оформлено. Шторы очень плотные, можно зашторить и будет ночь. Идем дальше. Здесь, возможно, шкаф. Да, встроенный шкаф. Так, это спальня для родителей. Я так понимаю, это все открывается, можно выйти. Две раковины.
тебе ничего не напоминает? О, в бассейн можно нырять прямо со спальни. Да, подожди, я хотел этот открыть момент. С постели можно прям с разбега нырнуть. Да. Идем дальше. Здесь, скорее всего, душ. Опа, ванна. Гардеробная. Гардеробная, сейф. Ой-ой-ой, как клево. То есть можно чистить зубы и... Вдвоем. Вдвоем, да? Мы, помнишь, мечтали? Да, мы когда ремонт делали во своей квартире в Ангарске, мы сделали... Запланировано у нас было в дизайне две раковины. Зашорка нормальненько такая серая. Так. Ну, видимо, это как образец просто. А здесь, в смысле... Якобы, если ты хочешь принять душ на открытом... На улице. На открытом воздухе, то это вот, вот для этот вариант. А где открывается эта дверь? Блин, как я обожаю. Вот смотри, вот эта тема. Прикольно. Это, ну, эффект дождя, что ли? Эффект дождя. Ливневый душ. Вот, я вспомнила. Ливневый душ, да? Окей. Да, ливневый душ. Мне очень нравится вот этот камень. Везде так оформлен, вот этим камнем, интересно, декоративный. Да? И можно здесь принять душ. Аж три душа. Да, три душа. Нет, четыре. Еще же там, на улице. Да, да, да. Мне нравится. Ника, тебе как? Здорово, да? Потом в конце узнаем, сколько же все эта красота стоит. Сколько эта красота стоит. Да, душ. Четыре пока что души. Как тебе? Мне очень нравится пока что. Так, сейчас будем обсуждать, видимо, стоимость, да, Кать? В общем, он нам предлагает на следующие каникулы приехать сюда. И у нас, говорит, есть промо какой-то пакет для вас, для следующего отдыха. В общем, сейчас все у него расспросим и вам скажем вкратце. Ну как вам, я, ребята? Они сделали для нас предложение, предложили сейчас забронировать номер на будущие каникулы. То есть только сейчас они предложили там супер цену 249 или $248 за 3 дня 2 ночи. В шикарном апартаментах. Номере, ребят, вы завтрак все видели. Включен, трансфер с аэропорта туда обратно включен. Да. Что еще? Четыре места? Четыре места, да. То Бангкок, есть это две... Пхукет, Самуи и... еще какое-то место. Еще какое-то место. Дальше. Вот. И он сказал, что только сейчас мы можем вам дать такой прайс, но если вы в следующий раз приезжаете, прайс будет 398. В общем, ребят, смотрите. Жилье мы посмотрели. Место действительно никакого классное. Нету. Катя прям загорелась побыть в этом месте. Ну, прям здесь крутенько. И нам показали жилье, предложили стоимость, все нам показали, разжевали, чем мы можем воспользоваться. Денег никаких не просили, карты мы никакие информации не писали. Ни паспортные данные, ничего. Нас привезли сюда бесплатно, отправят сейчас прямо до нашего дома. Да. Нас уже ждет машина. Да. Здесь очень так все приятно, все такая обстановка. Если вы вдвоем, просто два взрослых без детей, то вам бесплатно предоставят там несколько экскурсий на ваш выбор. Вот мы выбрали острова Джеймса Бонда, потому что это самое такое популярное. Как у нас, ребята, вышло? Мы прилетели на Пхукет, нам сразу же предложили трансфер до нашего кондо. Потом взамен надо было посетить это место, бесплатно. Мы его посетили, причем нас отвезли в это место бесплатно, это раз, ну два уже. Потом сейчас увезут обратно бесплатно, потом дали нам скидку очень большую на посещение острова Джеймса Бонда. На нашу семью выходит 2500 они хотят за день. С 8 утра нас забирают и в 4 часа мы уезжаем с острова. Там входят алкогольные напитки, жилет, завтрак, обед, да? Да, за обед, ланч. Фрукты и так далее, все включено. В общем, ребят, будем снимать эту поездку. Да, снимаем. И на самом деле мы заплатили только лишь за детей. И то даже они дали ваучер нам, скидку на 1000. То есть мы заплатили 2500. А если два взрослых, то вообще ничего доплачивать не нужно. Так что... Рекомендуем. Рекомендуем, пользуйтесь. Пользуйтесь. Ну, реально случаем. Прям... Да.
Если к вам подойдут, то не отказывайтесь и не бойтесь, никакой это не развод. Спускаетесь вниз на первый этаж, где вот именно обмен валюты и заказ такси. А сейчас нас ждет такси, мы поехали домой в свой номер. Поехали! Видеосюжетом, потому что... Слава сейчас ведет трансляцию в Инстаграме. Поэтому, ребят, кто не подписан еще на его Инстаграм, подписывайтесь, пожалуйста. Да, первая наша трансляция, можно вторая. Алло, Кать, ты где? Напугали. Петюню! Мам, ты что, напугалась опять?